Конфетти, мишура нереальной любви. Чуть-чуть поспали и снова в бой. На бой быков смотреть пошли с тобой мы этим летом. Напоминаю, что я все еще неугомонная Монро. Есть порох в прохорницах, ягоды в ягодицах. Вот, и мы идем встречать наших подружек, они немножко раньше приехали. Боже, я хочу за него замуж. Я все перепуганная, или я очень красивая? Скулы, скулы. Главное контуринг. Вот если у вас нету контуринга, вы не можете претендовать на звание Аделаида Фукс. Все обманы уже не важно, что случилось со мной однажды. В ночь, когда с неба падало конфетти. Пу-пу-пу, в ночь, когда с неба падало конфетти. Ту-ту-ту-ту. Вот люди уже идут домой, едут. Уже посмотрели, нагулялись и расходятся по домам. Правильно делают, а мы... Бежим, бежим, бежим. Боже, какой мятый плащ. Ну, какой жопа. Слона. Индийского. Или, нет, африканские больше. Итак, Сан-Марко. Снова Сан-Марко. Сердце Венеции. Там бьется. И стучит. Вот нам туда. Ого. Слушай, а людей-то больше и больше. Женщины приезжали. Вот европейцы. Азиаты, Восток. Слушайте, как так прохладненько. Ого, это снег. За 1 евро я испорчу вам фотографию. Обращайтесь. Слушайте, я ожидала, конечно, больше людей. Потому я думала, не протолкнуться. А так свободненько, можно гулять. Таический костюм еще и в телефонах могут сидеть. Чем мешает? Мальчики, соединись. Какие-то заторможенные мальчики. Я им улыбаюсь, потому что брюки ходом входят сквозь уколы ботокса. Они морды кирпичом. Ну, пусть остаются кирпичом. Друзья мои, ну какая Венеция без нишевых парфумов? Какой-то просто балдеж. Вот новые ароматы, они детали. Вот три запаха. Ванила, амбер, саваж и 1001 ум. Вот фантастика, 200 евро все стоит. Обратите внимание на нишевую линейку Сальвадор Феррагамо. Сколько стоит, интересно, сейчас глянем. Вот Тускан Сол. 152 евро. Покупая что-то за границей, вы оформляете себе tax-free. В этом есть преимущество. Друзья мои, давайте протестим линейку нишевую от Сальвадор Феррагамо. Называется Тускана Сол. Терра Роза. Густой такой аромат. Очень зеленый, но густой. Пунта Алла. Ой, Пунта Алла свеженький. Свеженький. Прям свеженький. Нанесу. Очень Янко Ди Карара. Хорош. Вот хорош. Здесь кремки на гречневую кашу, потом возьмем. Ой, ну это прям вообще как будто что-то скисло. Финальный аккорд, можно как-то я запущу? Конвивио. Ой, нет, ну вообще. Ты колебал, вот мы все поняли. Хорош. Так, Виндемима нет, Конвивио нет, Бьянка Дикара, вот рыгачки просто. А вот эти ароматы очень. Спасибо. До свидания. Благоухая ароматом анекдотай, мы попадаем в венецианскую пробку. Девочки, теперь говорите, подписывайтесь на канал Неугомонная Монро. Давайте. Подписывайтесь на канал Неугомонная Монро. Спасибо. До проезда не дайте. Ну, в общем, пока мы ставим в пробке, можно так притереться китайскому мужу. Ты держала доильный аппарат в руках? Ой, ну так приятно, кто там мацает мой зад. Пойдет сегодня. Чувствую, сейчас войдет. Я хоть подготовилась. Ну да, сделала. Смотрите, пробка, а там вообще никого.
помыла. Си, мадам, если вы думаете, что здесь никто не понимает. Думаю. Это не прямое отношение. Я мою баллонку каждые 4 дня. Если вы думаете, что... У меня она живая. Ты моешь баллонку 4 дня каждый? Каждые 4 дня я мою баллонку. Потом я ее чешу. Свою? Да. Ты замужем? Чешу, вычесываю. Несколько раз. Ну. А чего тут была пробка? Вот кто, тварь, создал эту пробку? Это вообще непонятно. А где наши девочки? Ой, ну это умора, конечно. Просто усаться. Мне еще ноготь сломали. Ой, ну дышится совершенно иначе, скажи. Я продолжу. Я ее мою, я ее чешу. Затем я ее вычесываю, лишний пух убираю. Затем я делаю пробор. Ты заросла. Затем я делаю пробор. Пробор. После пробора я выстраиваю резиночки. Куда? И выстраиваю маленькие хвостики. Для того, чтобы не попадало в основную точку. А сколько? Сколько хвостиков? Да, резиночек. В зависимости от настроения прически могут меняться. Не, ну вам не идет. Блонда вообще не ваша. Вот не ваша блонда. Не покупается. Да, продолжим. Выстроенная. Вычесанная. Да. Нет, у нас нет открытки. Ага. Точнее, у нас нет... В бак зайдем? Да, конечно. Идемте в бак. Мы вернемся к проческам попозже. Чуть-чуть, да, сейчас мы зайдем в бак, а потом вернемся к прочесыванию. Hello. Guten Abend. Да, guten Abend. Schönen guten Abend. Прям продавец проснулся. Да? Еще один волшебный день. Венеция подошел к своему концу. Я говорю вам спокойной ночи. Увидимся завтра. Пока. Ой, Христос воскрес. Следуя традиции, здесь на передаче «Лови решку». Пустую бутылку из... Сколько здесь звезд? Пустую бутылку от семизвездочного коньяка «Метакса», кстати, греческого. Можно потише, мальчики? Вот в этой бутылке мое желание. Окей. Модула? Чао. No. It's free, yeah, now. Free. Very beautiful, baby. How are you? По-моему, меня сейчас мандили. Ну ладно. Так вот, в эту бутылку запихиваю свои желания. Тут только на парах можно косить. И эту бутылку я оставляю возле Ponte dei Ferralli. А почему именно эту? Почему эту бутылку? Потому что это коньяк, я выпила сегодня. Литр. Господи, забыла, вот дура я. Да, так вот, эта бутылка именная. Я родилась 13 января. Этот коньяк разлили 13 января 2017 года в эту бутылку. Поэтому я ее оставляю на лавочке, которая находится возле моста Ponte dei Ferralli. Здесь мое желание. Вот здесь. Я ее под лавочкой. Кто найдет? Кому будет счастье? Орел и Решка здесь ничего не оставляли, 100 долларов купюры нет. Пойду. Не, ну бычки валяются, не помню. Коротенько не хватало. Ой. Живите вкусно, подписывайтесь на канал Неугомонная Монро и будет вам долгожданная беременность. Кстати, рожайте в Венеции. Вам дадут сертификат, что вы венечанка.
полюбила я ламбаду эротичный цейтанок. Ходят хлопцы коло сада, заглядают на ставок. Я до них не піду, буду чути ламбаду, як навчуся ламбади. Це на краще засіб проти сміху. Це найкращий засіб проти сміху.